праздником, дорогие друзья, дорогие земляки. Всем вашим семьям удачи, здоровья, благополучия. Все, чтобы мы жили дружно, чтобы у нас многонациональный Казахстан, чтобы в Казахстане был мир и счастье. Наверное, это один из самых дорогих для нас праздников, потому что он объединяет нас всех. Он позволяет нам жить в мире, в согласии. Уважаемые североказахстанцы, от всей души хочу поздравить всех с праздником, Днем Единства Народов Республики Казахстан. Всем народам любви, счастья, процветания, дальнейшее развитие в нашей стране.